У Гомеля сьогодні представили колективу нового начальника регионального управления следчого комитета. До назначения Сергей Удовиков узначальвал Головное управление по расследованию злочинства у сферы организованной злочинности и коррупции Центрального аппарата следчего комитета. Первый наместник старшини следчего комитета Беларуси Алексей Волков представил нового керовника областной структуры как опытного, вытриманного специалиста, который принимает выключно узваженные решения. Руководить в масштабах области – это уже совершенно иная стезя. Раньше отвечал за конкретные уголовные дела, сейчас отвечаю за большой коллектив. Это немаловажно, это большая ответственность. Но я думаю, что общими усилиями, имея определенный опыт, имея знания, самое главное желание, мы решим все проблемные вопросы и все служебные задачи будут у нас разрешены. Со следствием связана вся профессийная деятельность Сергея Удовикова. Починал службу родовым следшим во управлении внутренних справ Брестского облвыконкама. Прошел серьезный шлях до посады керовника.